Приветствую друзей и гостей своего канала. Сегодня я буду лепить вареники с сочной и вкусной начинкой. Смеси теста понадобится горячая кипяченая вода, поэтому надо быть очень аккуратным, чтобы не обжечься. Приступаю к замесу теста. 3 стакана просеянной муки высыпаю в тарелку. В середину разбиваю одно яйцо. Добавлю неполную чайную ложку соли, 3 столовые ложки растительного масла, 1/2 все перемешаю, вливаю кипяток и буду замешивать тесто. Сначала вымешаю в тарелке. Хорошо вымешаю на столе тесто. Тесто получается эластичное, упругое. Хорошее такое. Кладу в мешочек. Убираю в холодильник минут на 30. Для начинки 1 средняя луковица нарежу кубиком. Нагретую сковороду добавляю 100 грамм сливочного масла, выкладываю лук. Перемешаю, уменьшу тепловой режим плиты, буду обжаривать до мягкости лука. 0,5 кг куриной печени хорошо промыла, выложила шлак, выкладываю в сковороду. Хорошо перемешала, уменьшаю тепловой режим плиты, добавляю сухой чеснок, молотую паприку, соль по вкусу, немножко черного молотого перца, мешаем, закрою крышкой, уменьшу тепловой режим плиты, буду готовить минут 10-15. Прошло 15 минут, выключаю плиту, выкладываю печень в тарелку. Отставляю в сторону для остывания. Печень подостыла, пропускаю через мясорубку. Начинка получилась ароматная, вкусная. Раскатала половину теста. Тесто эластичное, хорошее. Делаю кругляшки. Выкладываю начинку. Начинку выложила. Буду лепить вареники. Тесто хорошее, слепляется легко. Тесто слепляется хорошо. Такие небольшие вареники. Раскатала вторую половину теста. Буду делать кружочки.
кладу начинку. Начинку выложила, буду лепить вареники. Вареник. Вареники не крупные, получился листик. Ни начинки, ни теста не осталось. Убираю на заморозку. Кипящую подсоленную воду кладу пол луковицы, нарезанной кубиком. Один лавровый листик. 15 вареников. Перемешаем. Вода закипела. Уменьшаю тепловой режим плиты. Буду варить минут 5-7. Вареники готовы. Достаю. Вареники все целые. Сверху посыпаю зеленым лучком. Положила в тарелочку сметану. Вареники вкусные, сочные на вкус. Хочу поблагодарить друзей и гостей своего канала за лайки, подписки и комментарии. Жду от вас обратную связь. Может, кто-то мне расскажет про какие-нибудь вкусные начинки в пельменях, варениках. Ну и вообще посоветуют хорошие рецепты. Желаю всем здоровья, мира, добра, благополучия. Всего самого доброго. Пока-пока.